Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айнур Тулай Бозкурт. Я являюсь руководителем кафедры психологии в Стамбульском университете Айван-Сарай. Наша кафедра предлагает 4-летнее образование и диплом бакалавра в области психологии. В нашу учебную программу включены дисциплины, соответствующие мировым стандартам программ по психологии. Это такие курсы, как введение в психологию, физиологическая психология, психология, экспериментальная психология, психология обучения, социальная психология и исследования. Наши усилия по открытию экспериментальных психологических лабораторий кафедры продолжаются. Мы планируем открыть наши лаборатории в период с 2020 по 2021 год. Мы планируем проводить наши практические курсы в этих лабораториях. Для студентов, оканчивающих обучение, у нас есть программы стажировок длительностью как минимум 21 рабочий день, а также выпускные проекты, которые они должны обязательно выполнить. Они могут проходить стажировку в соответствии со своими специализациями и интересами. К ним относятся стажировки в области клинической психологии, организационной психологии, судебной психологии или другое. Мы отправляем наших студентов учиться за границу, особенно в Восточную Европу, по программе Erasmus. Целью нашего направления является расширение знаний и культурного опыта наших студентов. Поскольку область психологии является очень большой, возможность найти работу также довольно широка. Они могут работать психологами в таких учреждениях, как Министерство образования, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и приемные комиссии. Как квалифицированные психологи, они могут работать в таких учреждениях, как дома престарелых, больницы и медицинские учреждения. Наши студенты, которые хотят получить степень магистра, могут впоследствии стать академиками. Диплом, который наши студенты получают после окончания нашего учебного заведения – диплом психолога. Получив степени магистра, они также могут получить такие звания, как клинический психолог или организационный психолог, в зависимости от областей их интересов.